Такое. А я уже в порту какого-то города. Собор, высотки. Ну, кстати, вот там болото должно быть. С этой военной базой. Угу. Ну, можно попробовать как-нибудь пробраться. Ну, я не знаю, я уже двух игроков встретил, убивать меня не пытался, никто пока. Наверное, потому что они были безоружны, а я с лопатой. Ты аргументами, ты в лицо людям не тыкай. Судя по всему, я здесь не один. Открытые дверки? Да. Все нараспашку. Ну, поищи, там зачастую бывает дохрена, чем можно найти. Перчатки, огнетушитель. Ого. Я, честно говоря, понятия не имею, зачем я его душить или не буду с ним таскаться. Да ладно, его как оружие вешаешь. Да я понимаю смысл его вешать-то. Как оружие, он говно. Это уже я проверил. Знаешь, по моему опыту лучше что-то, чем ничего. Ай, блин, ненавижу эти двери. О, я нашел респиратор. А, я нашел черные перчатки. Так, нет, давай, подруга. Ну чё ты? Да, я лучше черный уж один, чем белый. Так, отвертка, нет, спасибо. Занимает его место, толку нет. Палочки-ковырялочки. Все равно костер сжигать нечем. Итак, что мы нашли? Шапку-ушанка. Бля, теперь я похож на коммуниста. Наверное, жратва. Но с этой жратвой мне теперь точно нужна отвертка. Я их кровоточу, как шлюха последняя. У тебя майские дни. Благо я уже, блядь, на этих. О, ща еще себе, блядь, нахерачу этих бандажек. Я, блядь, перебинтованный, наверное, уже как мумия, блядь. Блядь, что делать-то? А что делать? Ну, у меня есть молоток, оно вроде как оружие. Так. Вот. Но мне нужно... Я взял еду, и мне нужна отвертка, чтобы ее вскрыть. Иначе я не смогу ее вскрыть. Так. Что взять, молоток или отвертку? Отверткой можно защищаться, но я не смогу пожрать. Отверткой я смогу пожрать, но не смогу защищаться. Интересный вопрос. Угу. Я выбрал молоток. Так, еще одно здание. Где здесь никакая вода, вода. А че, блин, толку вода, придется молоток укладывать. Блин. Да. Ладно. Фиг с тобой, берем жрачку, берем воду. Так, встань, пожалуйста. 83%. Нормально. Не подохнем. Пойдем на второй этаж. Здесь обожраться, пиццу можно, но некуда класть. Пойдем отсюда.
Почему я не могу, допустим, с собой ведро таскать, а? Я бы мог бы в ведро все положить и все. Тут вариант. Нафиг ушанку. Наденем бейсболку. Хотя ушанка смотрела зловеще. Кого-то, судя по всему, прям башкой об рояль долбанули. Суровая смерть. Ладно, послышалось. Бежим! Письмо пришло. Лёх, я двух зомби закружил. Закружи, мне там опять моя блондинка ждет. Ты здесь вообще мужского пола зомби видим? Ну, вообще-то я одного сейчас кружу. Брюнетку я уже запинал. Не поверишь, я не видел ни одного мужика. То есть у меня приводят такие мысли, что они здесь все лесбиянки. Мне абсолютно явно не показалось. Ладно, рискну сбегать на стройку. У настройки баб же не может быть. Да ладно. Вот топор это вещь. Один удар, один зомби минус. Почему все урвы открываются на меня? Опять тебя откатило хрен знает куда. Так, ну от настройки я думаю, что я бы заведущий каким-нибудь оружием, какими-нибудь вещичками. Так, вещички я нашел, осталось... Точнее, оружие. Осталось найти вещи. Есть. Рюкзачила. Так, давайте, ребят, мне нужно что-то еще полезное. Когда-то сортир. Я ничего не хочу туда убрать. Пойдем возьмем гаечный ключ и водички. Так, все в рюкзак. Все в общем рюкзак. Вот тут тоже забираем. Так, гаечный ключ в руки. Не уверен, что он поможет. Ну, хоть что-то. У меня есть веревка. Повеситься решил. Вариант. Нет. Сразу же. Ну, Олег, ну ты просто вот мне не поверишь сейчас. Че? Ну, перед входом, с которой я входил, стоит блондинка.
Просто бред, ребята, это уже на нервы действует. Ой, блин. Блондинку я видел только один раз, когда пробегал через Черногорск, и все. Остальное все это брюнетки и мужики в каких-то непонятных свитерах. У меня только блондинки. Или мне сейчас надо идти туда, потому что там находится лесенка. На второй этаж. Угу. Как только я там появлюсь, она меня сразу заметит. Следовательно, изначально достаем орудие труда, изготавливаемся к битве, встаем. Короче, я понял, как надо с зомбями. Надо подбегать и пиздить их, пока они не успели очнуться. Они у тебя еще и падали. Ну, пока они не успели очнуться. Ты понимаешь, лично ну как? Меня они не я падали. Вижу, не, я вижу зомби. Я вижу зомби. Я бегу на него прямо, вот он даже стоит когда. Uh-huh. Я тупо на него бегу, прежде чем он там очнется, среагирует и прочее. Я ему уже навешиваю. Да, в свое время на таких стройках находили патроны, жратвы, питье. Прошли эти великие времена. Чувствую себя дном. О. Че? Я жатву нашел нормально. Лопата! Как ты думаешь, лопата лучше гаечного ключа? Ну, вот это я хуй знает, честно. Я думаю, что лучше. Ну, пожарный топорик. Меняем... Я поменял обычный топор на пожарный. Только мой персонаж издает страшные звуки. Сначала звук, будто он сдувается, такой пс, потом... Новый? Да, большой, туристический. Mm-hmm. Еще один большой туристический. Пожалуй, поменяю. Мне синяки больше нравятся. Ну, он там еще жалуется. Что-то. Знаешь, когда я столько нахапаю, как... Он с самым обычным рюкзаком бегает. Мужик, ты не забудь, меня внизу блондинка ждет. Она меня у прикончит. Лопаты. У тебя есть лопата. Знаешь, как правило, я уже понял, что ей это пофигу. А еще у меня очки авиата. Бейсбольная бита. О, это уже веселее. Лопата. Насколько я помню, да. О, твою-то мать. Знаешь, что я нашел? Не поверишь. Поверю. Для Мосина штык-нож. Нет, Мосина. Найдем. Принципиально. Подожди, если найду ВМ-ку, но я буду искать Мосина. Угу. Так, теперь с этой пресловутой стройки мне надо как-то выбраться. И пробраться аж в центр города. Это вообще где? Угу. Я? В Старом соборе. Да, я где-то между жопой и жопой.
А учитывая, что тут бегают другие игроки, надо отсюда делать ноги. А как же дружба между людьми и все такое? Мой топор в ней разочаровался. Кстати, если к зомби резко подбегает сбоку, ну, по крайней мере, к брюнетке. Она даже не реагировала на меня. Ну, я не знаю, Лёш, ты лучше не экспериментируй, а? Знаешь, если просто ни хрена не делать, просто вот идти, никого не трогать, зомбак тебе сам найдет. Я ее убил. Я убил. Она труп. Лёш, ты так не радуйся. Сейчас со спиной можешь подачу такую получить. Ну, у меня еще и вторая радость. Я нашел рюкзак разгрузки. Точнее, жилет. Чёрный, охуенный. Ну ты жук там, а? Какой жук, я настрадался. Хватит уже. Один я как неудачник лазил. М16 маленький, с обоймами, да? Снайперскими прицелами, сошками. Нет, пока что. Ни того, ни другого пока нет. Даже этого не было. У меня был пистолет без патрона, это максимум мое оружие. Ты не поверишь. Ты просто не поверишь. Что? Она встала. А ты ее не добил, попала? Что ли? Если она умирает, да, она исчезает. Ну. А по это я даже попасть не могу. А она по тебе? Вроде бы тоже не может. Леш, советую оттуда ноги делать. Чё так решил? Это какого-то багнутого места. Прокатывает, я не могу ее убить. Черт, она бессмертна. Я не знаю, я вообще удары наносил, как крутился там как-то боком вручил. Динка, сдохни. Она сдохла, но я же знаю, что она вернется. И же так или иначе надо в город бежать. Трюк. Если достать оружие и подготовить его к бою, после этого сесть, то чувак не будет ни драться, ни ходить.
Интересно. Итак, я нашел топор. Нет. Пожарный? Обычный. Уже. Думаешь, он все-таки хуже? Лучше биты. Вот я тоже думаю поменять. Еще я нашел баян. Угу. Нет, я нашел синюю ручку. Пиши завещание. Впервые ворочен открылась под меня. Блин, такое чувство, будто у меня персонаж рожает. Почему? Ну, звуки такие издает. Ребят, я вас умоляю. Да вы смеетесь. Ну, опять что? Это зомбак орет. С криком больше похоже, что он уже бежит меня убивать. Советую выбежать на открытое пространство. Я еще не допылесосил. Теперь мне воды просто убиться. Компас. И ничего больше пока полезного. Ладно, валим, хороший был домик. Мужик. Зомби-мужик. Мужик? Не все в этом мире кончено. Здравствуйте, умоляю, не надо меня жрать. Просто потому что не люблю, когда меня жрут. Черт у тебя, дядь. Я не готовлю сразу сопротивляться. У меня опять кровотечение. Да ничего, у меня много тряпочек. Так, надо продумать план эвакуации. Так, а вот тут... Нет, это не больница, скорее школа. В принципе, тут может быть что-нибудь полезное. Может же быть. Да. Например, как вот это. Ну, спасибо.
А у меня есть горелка. Нам нужна кастрюля. Ладно, я возьму на всякий случай. Будем Блин, делать роллы. Занимают. Да. Ну, у тебя рюкзак-то туристический. Это же не значит, что надо все укрохать на них. Хорошо, я тебе могу бутылку отдать. Буду наливать. Было бы неплохо. Как думаешь, стоит замок фармить? Ты умрешь. Почему? Да. Ты уверен? Да. Почему? Да. Что да? Да. Я вооруженная пасть. Блондинка пришла. Мосин. Да. Мосин? Все, Мосин отходит мне, поскольку у меня есть штук-нож. У меня и сам Мосин. Патрон-то есть у тебя для него? Нет. По крайней мере, я не знаю, есть ли у меня или нет. Так, это где, в Черногорске или в Заводске? Я, короче, не видел названий. В Черногорске храм возле причала. Нет, скорее всего, значит, нет. Храма я здесь вообще не видел. Здесь на фоне стоят здоровые-здоровые такие высотки. Люди, походу, меня сажать пытаются. Угу. Статуи долбаные, блин. На казаке стоит статуя, я думал, блин, чуваки. Ну вот мне хана, их там штуки 4. Угу. Ну что, кирпичи наложим. Так, спички. Прекращай рать. Я зеленые штаны с двумя карманами. Рюкзак еще один. Черная кепочка с лейблом. Как раз под мой разгрузочный. Так, рюкзак пустой. Бежим на третий этаж. Тест-кит. О, это как раз что про тест, какая у тебя кровь. А это просто чудо физики. Стол наклоненный. Ты чё? На нем лежит персик. О, топор. Пожарный. О. Тут уже ништяк. Там, мне кажется, не одинаково. Ну, не знаю. Пожарный носит да, как-то посолиднее выглядит. Как стукнул все в щеки. Ага, и топор в щепки, а это не важно, все. Главное, чтобы были щепки. Угу. Окей, школа получилась очень удачно. Практически у города. О, блин, сейчас знаки висят, сейчас посмотрю, что здесь вообще написано. А здесь какие-то солдаты, блин, победы фашизма, что ли?
Сейчас, погоди, меня пытается убить. Угу. Отлично. Все обошлось. Да, два удара, два трупа. Топор сработал. Так, у меня написано, что прямо электрозаводцы 5 километров, а налево Надеждина 2 километра. Да. Надеждина. Болото направо, стоп. Электрозаводск налево. Ну все, это второй знак, грубо говоря. Угу. Это Черногорск у тебя. Ну, кстати, можно болото сходить, может быть, там все-таки получится что-нибудь профармить. Я почти до Черногорска добежал. Ну окей, я пойду пока поплюсь еще домики. Я даже не знаю, где нам встретиться-то. Ну короче. Давай сначала добегу. Потому что у меня все сереет и сереет. А ты думаешь, у меня кровь есть? Нет, Дэд Блейн, у меня нет крови. Portable gas stool. Черт. Я взял такую. И у меня даже к ней газ. Кастрюлю. Да, нам нужен этот кастрюль. Где от меня своими пакетами что? Крови? Нет, я тебе прикладом забью. А патроны-то есть? Угу. Ты что, решил мне себя высосать? Да, ты мне просто... Да ну все, ладно. Не сдох. Ну я же тебя залил, потом грохи обратно. Пока не пойму, зачем, брать не буду. Прикуренты я брал всегда. А, с помощью нее там можно что-то куда-то прикручивать до хера и прочее, прочее, прочее. Она такой один из основных элементов. Конечный ключ и пассатижи, вот основные элементы. Есть, у меня есть карта. Их вообще стоит? У меня тоже. Только место в инвентаре занимает. Все равно не соберем, сдохнем быстрее. Кстати, а может с помощью изоленты можно скрепить? Я так и без изоленты скрепил. Спринт. Да, воду забирай.
Отлично, тварь ты сраная. Кровотечение не повесило. Чего? Я на заправке. Так, ты в каком здании примерно? Ты как справа ты? Лес, слева получается город. Там входная дорога. У меня топор в руках. Руку? За тобой зомби бежит. Повернись. Мочи, придурка. Это игрок. А, то есть он охренел, он аж вообще хрен знает куда убежал. Так, сейчас погоди, здесь тряпка была. Лех, а может тебе... Да, я не знаю, блядь, здесь просто тряпка где-то вот валялась. Я сейчас дохну. Руку, руку, блин. Я понял, сейчас. Если я покажу тебе руку, то я протяну ногу. Все. Перевязываю тебя. Не двигайся, блин. Все. И чё? Да. У тебя еще идет кровь. Стой. Бандаж. Стой, не двигайся. Не двигайся. Душа, не двигайся. Но я смотрю, что мне кто-то подошел, ты крутишься. Все. О. А у тебя тоже вот это здесь валяется, да? Бандажка. Ноль. А в следующем магазине валяется. Но я их скомбинировал. Какая-то тряпка. Да я забыл что-то. А что ты их не рвешь на бандажке? А как их порвать-то? Тир интеракс. Правую кнопку мыши нажимаешь, когда они у тебя лезут. Отлично. Да. Все, good. Так, зомби. Я бы тебе помог, но я боюсь, мы друг друга порубаем. Это точно. Маньячила. Ну я вообще... Так, куда идем-то? Там же вроде военный лагерь. Попробовать? Ну да. Слушай, погоди, а я смогу вот это разорвать? Ну давай. Рвать можно рубашки, свитера. Штаны можно. Ну не штаны. Это были, значит... Ты сказал, у тебя такая есть. А кто стонет? Ну да, да, да. А что ты стонешь? Я? А кто же еще, блин? Потому что у меня крови нет вообще. Комплект есть какие-нибудь? Есть две аптечки полноценные. У меня есть один. Сначала ее надо высосать из кого-нибудь. Высосать, в принципе, можешь из меня, я могу тебе пожертвовать немного. Одну дозу. Ну да, в ангар вот в это сейчас залезем. А что мы там будем делать? Я там даже Больница. Кровь, я спасен, От убиения. Вообще-то кровь берет из других. Вот городов. Заметь, вот кто за нами сейчас бежит? Зомбак. Какого цвета у него волосы? Убей ее, я не могу, блин, я на джойстике играю сейчас. Да убей ты. Ну подожди. Вот видишь, и всю игру эти твари за мной бегают. Ну, блядь, это судьба. Банан, тухлый персик. Че, банички? Морфий. В первую очередь надо искать кровищу. Третья аптечка. Все, больше ничего. Да. Аптечка нужна. Тебе нужна аптечка, иди вон тут бери. Сейчас, тихо, я заблудился.
На первом этаже, как мы забегали, там вот в комнате есть вход. Дефибриллятор. Так, дефибриллятор. Нет, дальше, в следующей комнате, короче, лежит это. Аптечка на полочке там. Слушай, по-моему, ты ее уже ставить тоже начал. Да. Слушай, я не хочу говорить ничего странного, но, по-моему, здесь кто-то дрочит. Ну, у меня уже какой раз звук... Твою мать! А, это я пошел. Да, не хотел же тебя расстраивать, но, по-моему, больничка теперь бесполезна. Абсолютно. И дезинфицирующий спрей. Дезинфицирующий спрей. Чего? Хочешь, я тебе побрызгаю? Заебись. Угу. А, кстати, может быть, этим спреем надо было обработать, типа, эту иглу, куда я тебе кровь переливал. Может, там какая-то гадость? Ой, игрок. Так, если что, я иду, у меня винтовка есть. Не могу устрашить. Open killers. А, кстати, да, вот в этих же домах было много чего полезного. Ты его убил? Игрока? Угу. Нет. Он был уже мертв. О, игрок. Выхожу через минуту, тут лежит труп. Олег, зная твои замашки, я очень... Я практически уверен, что ты его замочил. Да нет, с него кровь слит-то не я... Подожди. Стой. Значит, у меня слишком мало. Нельзя сливать. А почему ты не можешь меня слить? Не факт. Подожди, а ты же тогда себя сам сливал. Подожди. Где аптечка-то? О, вот она. Так. А, это Salinbag, а не Bloodbag. Угу. Понял, что мне надо. Слышь, ты кончай из моей аптечки забирать это, все. Это? Это моя аптечка, я только что положил. Это моя верхняя, а твоя нижняя. Твоя. А верхняя и нижняя чья? Ну блин, возьми и другую аптечку себе, что ли. Ты главное положил, смотри, мне вещи начали пропадать. Так, объясняй, как ты в прошлый раз слил-то кровь? Так, интересно. Подожди. Бэк. Так, 6. О! Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Collect blood. Блин, я не могу собирать кровь из мертвых людей? Дерьмо. Не подходи ко мне.
Так и возьми с трупа открывашку. Не подходи ко мне. Не подходи ко мне с этой штукой. Чего? Правление, блин, некорректное. Ну что, будешь мне кровь сливать или как? Да, пошли вон. А, кстати, да, тебе же надо скинуть этот штык-нож на Мосина. Я в своем сейчас состоянии особо не постреляю. Безруком. В каком? Так, подожди, сейчас. Да погоди, здесь Мосин должен валяться. Стоять. Давай. Да сейчас появится, подожди ты. Вон ты не сдохни. Сейчас я думаю, мне поплохеет. Я убью тебя. Сейчас я достану топор и зашибу тупую башку. Ну терпимо. Совсем жопа. Терпимо. Отлично. Нет, это слишком дьявольский план. Потому что бить тебя по башке и сливать твою кровь не вариант. Так. А, слушай, я его юзать-то не могу. Сказать, только я могу юзануть. Мне кровь залить, да. Давай, кидай. Че, Мосина так и не появилась? Сейчас бросаю. Боже, мать. Нет. Что случилось? Ой. Какая кровь? Ты уронил еще и кровь? Кровь. Блин, это надо было делать на асфальте, а не в доме. Ну, как бы. В домах слишком. Да, возможно, что в домах еще полно глюков. Ты думаешь, дело в этом? Да не, я так думаю, надо выбежать и забежать. Покурить. Пиздец. Что за ебатня? Окей, хорошо. Да, не напрягайся. Ладно, будем знать. Теперь нам надо найти, блин, эту гребаную. Оба почти сдохли. И больше мы сливать кровь не можем друг у друга. Почему? Ну если только жрать, я не знаю. Ну ведь как-то мы должны пополнять. Здесь же нет показателей. Я не могу точно быть уверенным, поправлю я этим здоровье или нет. Да. Согласен. Либо попросить какого-нибудь чувака прибежать нам на помощь, чтобы мы слили у него кровь. Угу. Может он серьезно он один поможет, бежит. Он добрый человек. Ну он не совсем человек. Приблизительный доброволец.
Чувак, блин, я хочу свалить свой организм кровью. Не, я так думаю, если мы съедим кастрюлю риса, то у нас пускай будет все нормально. В этих домах нет вообще, вообще ничего. Поэтому я уже не там, я бегаю уже по обычным деревянным домам. Вообще поблизости все деревянные дома я уже вынес. Да. О, в Small Protector Case можно складывать, допустим, еду. Там не особо она что-то выигрывает. Ты 4 это, ячейки тратишь, выигрываешь только 2. Так это уже плюс. Сказать, еда особо не восстанавливает жизни. По крайней мере, с одной банки ничего не произошло. Угу. Значит, надо больше жрать. Либо я понял, надо брать чуваков в плен. Здесь просто так будет у нас это. Да. Дел этих вампиров. Угу. Ну, просто реально поймать чувака как-нибудь. Чувак, мы будем грабить, мы не будем тебя убивать. Убийство на него накинуть наручники. Угу. Отлично. Ничего, я пробежал сквозь стенку. Что нашел? Значит, я вот он, кто обучил зомби бегать сквозь стенки. Вся фишка, просто быстро разбегаешься, упираешься и оп! И она толкает тебя назад. Это сторонний стенка. А мосина жалко. Ничего еще найдем. Просто не поверишь. Блондинистая тварь что убить это? Хочет меня. Не знаю. Mm-hmm. Просто прозвучало. Вот нет, не совсем. Всего в такой последовательности. Просто мне немножко страшно, когда она опять сквозь стенку прошла. Yes.
Реально, к зомби бегаешь со спины, он даже не реагирует. И рубишь его. Опа. Ночи. Чё? А ты подумал, где мы столько воды берем? Ищу. У меня теперь есть 1,5 канистры. О, и Мосина. Блин, а что это я выкинул? Угу. Консервы, рис. Риса. Давай их сварим. Ну, там как раз обычный рис. Водичка. Так, что-то мне... Членистоногое существо. Что это случилось? Да, блин. Зомби что гонит? Вот скотина. И умер. И главное, умер после этого. Не забывай найденные футболки рвать на тряпку. Я потеряю. Крепчик. Веревочка. Может повеситься. Чё такое? Грей Хэт Торч. А, ну да. Как его повесить? Ну, у меня Блэк Хэт Торч. Ну, у меня в инвентарь по его скидке. Мне персонажи перетягивают все. Нет, это когда ты берешь. А, так я попробую поднять, вот где инвентарь у тебя идет, на самый верх поднять, где у тебя шлем лежит. Да. Ладно, зато у меня есть фонарик. Вместо шапки я вытяну, все. Также лопата и газировка. Хватит уже. Кстати, я, конечно, прошу прощения. Но, видимо, моя женщина настолько суровая, что она мужским голосом скулит. По-моему, они что-то забыли добавить в игру, введя женских персонажей. Где-то ну, еще что-то может быть. Ну, не знаю, какое-то белое здание, блядь, с каким-то цехом. О, спички. У меня есть. Да, кстати, интересно, как бы мы не зажигали без спичек? Вот, че я палец-то? У меня более утоляющие есть. Бука я более утоляющих. Может, полегче станет.
Знаешь, что обидное в этой ситуации? Ты снова высосал мою кровь и проебал ее. Ну. Бывает. Вот раз ты решил... Не, ну в прошлый раз я спасал тебя, отважно. Дефаком и что-то там. Ты уверен? Это был явно мужской голос. Сука. О, не. Что-то я чувствую, здесь очень ничего хорошего нет. Да, блин, забрался на какой-то еще хрен знает здание здоровое. Почему? Ну там по этим по трубам бегать, которые над городом. У меня еще есть подозрение, что там ничего не хорошего. Угу. У меня такое подозрение, что ты оттуда навернешься. Ангар. А еще у меня такое подозрение, что если с нашим состоянием в скором времени ничего не сделать, то мы умрем. А я нашел очучку. Не учитывая, что у меня опять кровотечение было. Видишь, как у меня не хочу такие же. Ну, наручим. Мне так что стало. Надо найти жертву. Потому что всегда как что-то надо. Что ты за стиком выстрел? Понял. Я сначала думал, что это азиат, типа японец, но по лицу не похоже. Потом я подумал, наверное, это китаец. Но китайцы тоже не особо смотрят. Угу. Теперь я понял, кто это. Нет. Так как она все-таки женщина. Узбек. Куда у нас эти ездили-то? В Лас-Вегасе. Я понял. Член отрезать не забудь. Да. Тут ничего хорошего здесь не найдем. Гиблое место. Колодец, колодец. Пей, дрянь, ужрись этой водой.
тебе бутылку отдать, забыл. Угу. Так. Да. Ну что, на выход отсюда? Ничего. Из этого города. Я предлагаю на воинскую часть. Ну да, давай выбегай в сторону болот. Ты, кстати, не знаешь, как я получается? Уже тут буду на выходе. Да. Ну ты фонарь, у тебя внизу есть выбор ячеек. Ну тебе в руку сначала надо взять фонарь. А потом нажать удобнее. Подготовку к атаке, потом выбрать включить фонарь. И прям в этом в инвентаре делаешь про клавиши turn on. Перелазил забор, все равно остался со своей стороны. Ты че? Ты веришь, что он туда? Да. Ты чуть-чуть вперед открывайся. Сейчас, тогда включу. Слышь, ускорение ты вырубит. Богачи, либо мы угу. Машины. Угу. Во-во-во. Ты веришь, что сюда? Сейчас лицо поворачиваю, никого нет сзади. 100%. Ты где? В принципе, этот сервак немножко получше. Надеюсь, что мы хотя бы успеем воспользоваться оружием, которое найдем. Прикинь, скотина опять жрать хочет, а? Не ж... Да, всё. Он не пить. Не знаю, ладно, пускай лежит мне. Куда бы ее запихнуть, эту бутылку? Мы можем проверить два места. Военный лагерь. Он будет впервые. Еще вы не нашли в прошлый раз, ну ладно. Рубим еще раз.
я понял. Я все понял. Ты меня тащишь в самый пустырь, для того, чтобы выпить мою последнюю кровь. Чем? I feeling hungry. Интересно, кому он жалуется? Я хочу пить, я хочу жрать. А я чего? Тебе? Пылесосы! Что-то больно пусто. Здесь респаун раз в сутки. Я нашел черные перчатки. Да хер его знает. У меня не есть, может, ты сможешь забирай. Ура. У меня тоже есть. Медики слушали. Еще одни джинсы. Пылесос. Что-то надо. Еще я пойду. Да я захожу, сидит. Где пылесос? Сейчас приду, говорю. Я думал. Нет,
это. Наверное, набег на базу оказался крайне неудачным. Если я правильно понимаю, значит, у меня вторая положительная. Пусто, а чёрт дери-то. Как успехи? Что такое? Конечно. Ты тест провел, что ли? Она в общем чате. Так что смотреть надо внимательно. B плюс, ага. Блин, мне тоже нужен тест. В общем чате я знаю. Я на дорогу вышел. Так, ты где? Я вот подхожу к дороге. Мало вижу. Я предлагаю в казармы заходить в боевом... А, блин, в боевом порядке. С топором на голову. Слушай, а я, может, наручники я, конечно, возьму, мне может удастся повязать чего-то. Взгляда на все это. Ну давай попробуем.
Я думаю, что если у него будет М-ка, то навряд ли ты успеешь что-либо сделать. Так, ты в первой казарме? Я пойду во вторую. Хотя бы постараюсь. Да. Угу. При ноге передвигаться вообще еле-еле. Что в прошлый раз я, как бы это сказать, немного бегал в казарме. Поэтому меня сразу услышал. Я обычно... Слушай, ну блин, ну ты не поедешь, она вообще пустая. Нет. Это грустные штаны. Я штаны нашел. И все. Мне кажется, это просто что-то с серваком. Респаун, что ли? Вон еще казарма есть. Не знаю даже. Саща, да, пусто? Угу. Но есть еще небольшая... Есть небольшая надежда, еще на ангары. А, нет, это не стены. Что ты ее там нажал? Отлично. Разгрузка. Теперь у меня больше умещается. Да я там нашел под этим. Ну уходить я, честно говоря, не хочу. Ангары я не знаю, скорее всего будет пусто. Я просто вбежал уже далеко, что ты там предлагаешь? Я просто что предлагаю? Все. Тут до милитари бейс, в принципе, рукой подать. Еще одна военная база. Давай пойду первый. Ты на расстоянии. Ну давай. Если меня шлепнут, чтобы тебя не заметили. Блять, не расстояние. Конечно, ты просто поднимаешь. Ну думаю, может никто не знает, что у меня на мосинке нет патронов. Тоже. Может так пугать. У меня выскакивает боёк и пробивает ему череп. Ты уже был что здесь? Черт. Да, я знаю. Да. Ну не на этом сервере. Да. А так я уже давно это фармил, блин, это место. Батарейка. В ангарах явно дно. Че, вообще ничего? В ангарах пустота. Так, шлем я выкинул, он мне надоел. Затягиваем. Так, ты где? Здесь еще более пусто, чем. Да не особо, честно говоря. Двигаем отсюда. А, не, тебе нужна кобура нагрудная? Мне вроде как и без нее нормально. Топор на спине висит.
Хорошо. Так, нам отташу тебя. Была. Здесь уже ловить нечего. Слышь, ты пораженный. На морду нам надо лучше посмотреть. Захочешь жрать, ко мне не приходи. Ну, пошли тупо нечего жрать. Угу. А, у меня есть, у меня до хрена. Я не могу остановить меня в топик. Стоп, дай поем. Бегай. Ты наклел. Так, откроем баночку консервов. А, это тоже вот. А, ну тогда откроем тунца. Потише, чтобы хомячек. Все, пошли. Веди. Ты где? Чего идти туда? Для снайпера. Пук-пук и два трупика. Угу. Ты угу. Он не попадет. Я увернусь. Я услышал. Потери крови пойдешь. Не вернусь. Вариант. Блин, а вот если бы тебе тогда Мусина бы не отдал, у нас было бы два Мусина. Оба без патрона, но зато в два раза страшнее. Да, блять. Вот там лодки есть, у меня же весь. Было бы два весла, блять. Заебись. Нас бы лодку и погребли бы нахуй. Так, подожди. Уточняем маршрут. Что есть? Короче, мы бежим до зеленого поля. Да, ты видишь зеленую траву? Я не понимаю, в чем. Потому что у меня все серое. Полями. Блять. Короче, туда прямо и пошли. Что там я не сдаю, ты не хочешь, ты с ним не общался? Да я думаю, что за 1000 рублей не будет его покупать. Не хочет или не общался? Он эту-то купил, скрипя зубами. Сейчас будет ребут сервера.
Ребут. Есть. Ребут сервера. Радуйся, Лёша, мы прибежим, там будет лут. И куча таких же дебилов, как и мы. Чё, выход? Лут?